he had a rendezvous with death 3 years ago. And he survived, I think, by a miracle. У меня был тогда инсульт, и это было довольно важное событие. Он был в тяжелой форме. Я помню, это был как бы сон, почему-то я себя видел и ощущал не в этом возрасте, а в детстве, и мне было очень холодно. Я где-то был на севере. Но потом, когда я пришел в такое уже непрерывное сознание, то у меня было очень странное ощущение, такое точно, я недавно был в каком-то контакте с человеком, давно уже умершим, с моей матерью. То есть я ничего реально не мог сказать. Но у меня было такое ощущение, что я только что был с ней в контакте. У меня другое ощущение времени, как будто я начал жизненный круг второй раз. А сейчас у меня совсем другое ощущение. Я имею сейчас дело не с кристаллическим миром, а с миром, который непрерывно находится в движении, в изменениях. И поэтому сейчас работа над долгим вслушиванием, чтобы, наконец, поймать истину. Now he seems to proceed from the consciousness that he is not alone in this world. And his music is growing more universal. Initially, I think it was more about his personal drama. And now it is about the drama of mankind, of humanity, and compassion plays a tremendous part now. And compassion also dictates the need for more melody, for a richer and softer texture. Лет эта проблема верить или не верить и как относиться к церкви, она стояла передо мной, и потом наступил момент, когда меня
очень это интересовало, и это становилось очень важным. Grandmother was the moral authority in the family. We saw her praying every night, kneeling on the floor, addressing God in a very direct manner, insisting on his saving her children in all those hardships, because all of her children, except mother, had been deported. Я знаю, что он, Альфред, он принял крещение ведь в католической церкви, но это не мешает ему, в общем, быть и православным. Это чистота, это удивительное целомудрие, строгость. Часто бывает такие звучания, которые, в общем, могут быть и не очень приятные. То есть вот, воспринимают как не услаждение слуха далеко, а именно как то, что пророческое слово. Я его отношу к пророкам музыки, то есть именно тем, кто говорит, провозвещает волю Божию как бы вот миру. В то же время оно как бы характерно поляризации сил добра и зла, я бы так сказал. С одной стороны, обращение к церкви, и так сказать, общество ищет помощь у церкви и сотрудничество, с другой стороны, вот расцвет таких явлений, как оккультизм, как черная магия, всякого рода колдовство, это имеет, к сожалению, имеет место. Потому что такие противоположности, понимаете. And do not hesitate. Has not the devil promised you a soul and body made of steel, and that you shall not suffer like the rest of the damned? The devil gave him thus and in other ways reassurance, but it was false and against Holy Scripture. Faust, maybe the most important theme for Alfred. I think this theme is most important for him because the Faust is beginning and symbol of psychology of the people of new time. I mean psychology which combines believing and doubt, devil and God.
if you're gifted and if you understand yourself and your place in a world, in a culture, in a time, then you unavoidably have to make sort of a deal, sort of Faustian deal. Что же касается проблемы искушения, то искушение того, что можно было в те 60-е годы найти какой-то способ продаться дьяволу и хорошо жить, то я думаю, что сам тип сознания таких людей, как Шнитке, он не допускает возможности такого компромисса. Я думаю, что каждый из нас, конечно, сформирован жизнью и всеми ее обстоятельствами. И каждый из нас, кроме этого, продолжает оставаться вне этого собою. И в этом смысле он также и независим от времени. Есть эпилог, который суммирует всю музыку балета. Здесь еще раз проходит весь тот реальный круг, но он уже превращен не в реальный, а отраженный. И это отражение, оно все цементируется некой единой точкой зрения, с которой мы все это воспринимаем. Я говорил о том, что когда Шнитке сейчас как-то переместился, можно сказать, из неофициальной культуры даже, можно сказать, в официальную, когда его стали открыто исполнять, он, в общем, не потерял своих позиций. Это, в общем, тоже интересный очень феномен. Потому что обычно такие приласканные художники, они становятся сразу как-то неинтересны. Вот. Но Шнитке продолжает оставаться, можно сказать, на гребне. Быть святым, когда нет искушений. У нас тогда не было искушений, поэтому все, кто занимались искусством в те годы, были святыми по ситуации. Нас никто не покупал, нас никто не выставлял или не предоставлял залов для прослушивания музыки. Сейчас появились искушения. Сейчас очень трудно, может быть, молодым художникам и музыкантам сохранить свое лицо, поскольку есть очень много искушений и очень много соблазнов. Музыка, мне кажется, все-таки для него средство сказать миру о самом мире что-то и сказать о Боге, сказать о взаимоотношениях, так сказать, человека с Богом.
не просто взаимоотношениях, а еще о том, что насколько сейчас все плохо, насколько трагична наша жизнь в общем. И вот по способности проникнуть в эти трагические черные глубины, по способности встретить зло лицом к лицу, я не знаю ни одного композитора из живущих, который был бы настолько мужественен. Шнитке надо сказать, что то он всегда непредсказуем. Вот. Вот я просто вспоминаю свое всегда ощущение, когда я слышу, что исполняется новое сочинение Шнитке. По-настоящему, так сказать, по большому счету нельзя знать, что это будет.